Ильич посоветовал мне обратиться к вам. Да-да, я в курсе дела. У меня есть история вашей болезни. Мы общались с ним об этом по телефону. Я только удивлен тем, что вы так долго тянули. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Да вы знаете, времени не было, а потом... Да что может измениться? Другие ноги-то не вырастут. Другие ноги, конечно, не вырастут. Да вам они, честно говоря, ни к чему. Будем лечить, какие есть. Позвоночник же вам вылечили. Значит, дело теперь во всяком случае не в нем. А в чем же? В вашем подсознании. У вас достаточно редкое заболевание. Психогенный паралич. И это вполне может быть последствием вашей детской травмы. Любимой Машеньке. Ваша ситуация, конечно, тоже достаточно запущенная. Но во всяком случае, вы физически здоров. Как это понимать? Здоров. Так и понимать. Вы можете ходить. Моих родителей. Мы переехали сюда после пожара. А эти часы мой отец подарил матери. Ее звали Мария. Может быть, их еще можно починить? К сожалению, нет. Мы уже пробовали. Прости, я, как всегда, подумала, что это не то. Просто мне тяжело. Такое ощущение, что все происходит не со мной. Не стоит извиняться. Пойдем ужин готовить. Подожди. Ты же мне вчера сказал неправду. Ты о чем? О нашей ссоре. Но я же не могла уйти просто так. Что произошло? Слушай, я и так ничего не помню. Ни о тебе, ни о себе, ни о нас. Ты меня обидел чем-то? Значит, я тебя обидела. Ты сказала, что устала.
стала жить с инвалидом. Я так сказала? Просто Прости, я тебя разбудил. Это ты прости. Не надо тебе спать. Нет, я выспался. Боря, скажи, я действительно больна? Ну что ты, тебе просто приснился дурной сон. С кем не бывает? Все так явно. Больницы, врачи. Я там была сумасшедшая. Просто стресс. Ты перенервничала. Но все пройдет. И сны пройдут. Поверь. Привет, Катька. Да ты что крадешься-то? Привет. Видишь, в чем хожу? Теперь как, мошка? Так а что-то не на каблуках. У тебя же вроде как кавалер нарисовался с машины. Вот именно, вроде. Че, не приехал? Вот гад. Обещал с три короба, а потом в кусты. Они все такие. Да нет, Катька. Видно, я сама себе напридумала, нафантазировала. Человек просто проявил участие. Слушай, может, у него жена есть? Прости, Катюш, не хочу об этом говорить. Ну, правильно, отвлечься надо. Господи, Кропоткин. Ну все, беги, отвлекайся. Доброе утро, Катенька. Доброе утро. Нет, Кропоткину, пожалуйста. Ну, конечно. Как же без вас день начнется-то? Как вы себя чувствуете? Ой, спасибо, золотка. Все хорошо. Thank you.
фантастика какая-то. Это фантастика. Боже, мы с тобой ездили по самым лучшим клиникам, заказывали новомодные лекарства, ничего не помогал. А тут какой-то заштатный докторишка. Да. Нет, я рад, но мне кажется, нужно все 33 раза перепроверить перед тем, как позволять кому-то ковыряться в твоих мозгах. Борь, это гипноз. Это гипноз. Ты знаешь, если бы ты хотя бы месяц провел в моей шкуре, ты бы схватился за любую соломинку. Прости. Я пройду сеансы. Только не сейчас. Я сейчас не смогу Лизу оставить одну. Боря. Боря, у нас, в смысле, да. У нас что, есть ребенок? Ребенок? Я нашла в шкафу детские вещи. Вот не надо говорить, что они там оказались случайно. Ты не сказал ей? Я не хотел тебя травмировать. Да, он у нас действительно должен был быть ребенок. Ты даже одежду начал выбирать. Но у тебя случился выкидыш. И когда это случилось? В прошлом году. Я поняла, значит, у меня случился выкидыш. Я из-за этого попала в психушку, потом я потеряла память. Так может, я убила кого-нибудь, а? Лиза, выпей, пожалуйста. Не надо. Я не сумасшедшая, понятно? Понимаешь, что здесь обычно валерьянкой не обойдешься. Здесь нужны серьезные успокоительные. Да. Да, наверное. Боря, может, ее в больницу отвезти? Она будет жить здесь. Да. Да. Да, да, да. Я не сумасшедшая. Катька! Катька! Простите, пожалуйста, Виталий Семенович, я говорю. Нет, объясните мне, пожалуйста, что могло произойти, чтобы выглядеть как ошпаренная. Так, вечером ко мне после работы в кабинет. Я бы очень не хотел, чтобы из-за ваших показалось, мы потеряли клиентов. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, регистратура опять не работает? Да работает регистратура, работает. Ну, ты что припустил? Не знаю, видела. Там мужика в светлой дубленке ноги с вами понесли. Чего так эта Митрофанова нашла кого бояться? Нервник, к черту. Еще и на этого напоролась. Наверное, ее точно выгонит. Прям выгонит. Ну, мало ли, что люди по коридору бегают. Катька. Я не понял. Ты боишься мне нож доверить?
Я просто хотел, чтобы ты немножко отдохнула. Боря, я понимаю, что мне нужно показать врачу. А если не перестанут? Давай не будем думать о плохом. Давай не будем. Как тут тихо. Что, в соседних домах никто не живет? Почему? Живут, но не постоянно. В основном летом. Боря, как я до города добиралась? Здесь автобус ходит или электричка? Автобус ходит. Но ты ездила на машине. Его же машина? Я водила эту машину? Да. Можно попробовать? Конечно. Ну, раз я вожу машину, у меня должны быть права? Да. И где они? Они были вместе с паспортом, но в сумочке, которую украли. Значит, мне еще паспорт восстанавливать? Олег этим уже занимается. Почему не? У него связи. Он это сделает быстрее. Там дым из окна. Картошка. Голова садовая. Вильчинский Юрий Михайлович, 24.04.50, Кутузовский, 24Б, квартира 23. Простите, пожалуйста, можно тебя на минуту? Извините, пожалуйста. Что я твоих рук дело? В смысле? Что прикидываешься? Это ты Семеновичу про меня рассказала, да? Да я вообще ничего не говорила. Угу. Спасибо, надружила подружка. Меня в отпуск выгоняют. Бог ты мой, Семенович расщедрился. Вот хорошо, развеешься заодно. Катенька! Я в отпуск собиралась, в Турцию, в сентябре. Да? Ну, поедешь сейчас. Куда? Простите. Ну, в Египет. Какой Египет? Ну, это, ну, там, где рыбки, кораллы, там море красное. Так, могу я, в конце концов, записаться к ортопеду? Конечно, можете. Идемте, я вас проведу. Когда вы забирали? А, понял. Да-да-да, понял. Я понял. Олег, Олег не сможет приехать. Ну ладно, я подъеду. Ты уезжаешь? Да, по работе нужно. Сейчас позавтракаю и поеду.
Надолго? Боюсь, что до вечера. Но я постараюсь раньше. Хорошо. Здравствуйте, а не подскажете ваш адрес? Спасибо большое. До свидания. До свидания. Приходите еще. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что вы так давно за одеждой не приходите? Вы, наверное, в отпуске были? Да, я уезжала. Одну секундочку. А вот и ваше платье. Не переживайте. Сделали все, как всегда, по высшему разряду. Извините, а можно странный вопрос? Да, конечно. А давно я сдала это платье? Так вы его и не сдавали. Это ваш муж приносил. Где-то месяц назад. Конечно, муж. Я забыла. Сколько я вам должна? Вы ничего не должны. Все оплачено. Спасибо. Угу. Всего доброго. Пожалуйста, приходите. Ирка, завтра уже в море купаться будешь. Не завидуйте, девочки. В Египте море холодное зимой. Да, конечно. Главное, загар. Искупаться можно и в бассейне. Ой, Ирка, оторвись там за нас всех. Стараюсь. Ага, ты же у нас девушка теперь свободная. Конечно. Кто? Игорь. Не бери. Не бери. Ну вот пристал, как банный лист. Чаю не дадут попить. А, клиника Медея, я слушаю. Да, здравствуйте. А Иру? Кто? А кто ее спрашивает? Знакомый. Меня нет. А вы знаете, ее нет. Да. Да, она в отпуске. Со вчерашнего дня. Спасибо. Ой, пожалуйста. Привет. Ир, надо поговорить. Я занята. Да, мне сказали, ты уже в отпуске и уехал. Для тебя уехала. Да ладно тебе. Идем, выйдем, надо поговорить. Ладно, пойду, девчонки. А то он всю клинику на уши поднимет. Если что, я здесь. Катя! Ну и зачем я тебе понадобилась? Ир, мне очень нужны деньги. Удивил. Послушай, я кредит взял. Тебе дали? Не смеши, ты же нигде не работаешь. Мне дали кредит под залог квартиры. Я решил провернуть одно дело, но оно прогорело. Ир, я могу хату потерять. Игорь, нужно думать, прежде чем ввязываться в какие-то авантюры. Так ты мне дашь денег или нет? Я похожа на дуру. Я тебе верну, я клянусь. Игорь, у меня для тебя денег нет. Ир, ты отпускные собираешься забирать? Там бухгалтер уже домой собралась. Да, сейчас иду.
Я обещаю, я тебе... Не надейся. Я тебе не дам ни копейки. Не страшно тебе одной по улице с такими деньгами ходить? Пожалуйста. Лиза. А? Вы меня знаете? Конечно. А ты меня что, не узнал? Помада. Нюхай. Вкусно? Да. А так? Тоня Семенова из 6-й больницы. Вспомнила? Из больницы? Да! Меня тогда еще перевели в эту психиатрическую областную. Вспомнила? Дай мне денег. Чуть-чуть. Сколько можешь, дай. Мне очень нужно. Вот все, что... Спасибо тебе! Ты такая добрая, такая хорошая! Все, я пошла. Я ничего плохого не делаю! Тоня не делает! Подождите, я... Приходи, пожалуйста, ко мне! Я тут живу! Приходи, ладно? Я тут живу! Тоня! Вы не обращайте на нее внимания, пожалуйста. Она не злобная, она просто немножечко не в себе. А живется здесь ей хорошо. Мы ее кормим, только денег ей давать не надо. Да нет, я... Я просто поговорить хотела, понимаете? Она знает меня откуда-то. Ой, ну что вы! Ну разве можно ей верить? Она же больной человек. Зачем вам чужие проблемы? Всего доброго. Возьмите это ее. А, хорошо, всего доброго. Тоня! Тонечка! Тоня. Какое безобразие, а? Здравствуйте. Сколько же его можно ждать? Это Белова, я у вас путевку заказывала. Нет, я буду. Я просто немного опаздываю, да. До конца рабочего дня, конечно. Я постараюсь, да, успеть. Да-да, я сразу все оплачу. Спасибо. До встречи. До свидания. Так везде опоздаешь. Да, это точно. А вы не хотите на маршрутку? Тут через пару, 15 минут. Одно страшновато, а вдвоем. Правда? Да. Я не знала. Конечно, идемте. А то мы тут до ночи простоим. Да. Вы посмотрите, людям даже пешком пошли, а? Ну, никакого порядка, абсолютно. Безобразие. Сплошное безобразие. Эй, ты куда рванула? Куда бежишь? Я что, разве быстро иду? Да. Я же за тобой не поспею. Простите, наверное, задумалась. Извините, пожалуйста, я вас очень прошу, пойдемте быстрее. Я в турагентство опаздываю. А далеко еще? Нет. На маршрутке твоей. Ну что, вот она уже. Еще совсем чуть-чуть осталось. А, он недалеко. Ты иди уже сама, спортсменка. Спасибо вам большое за компанию. А я потихоньку.
Где ты была? В город ездила, в церковь. Так долго? Так получилось. А? Я вернулся, тебя нет. Олегу позвонил, он тоже не знает, где ты. Мы уже несколько часов тебя ищем. Ну, прости, пожалуйста, я сама не заметила, как время прошло. А это что? Вещи хотела в химчистку сдать, почистить. А чего меня не попросила? Я бы отвез. Не хотела тебя беспокоить. Пойду в дом, а то замерзла. Алло. Она вернулась. Все обошлось. Где ты говоришь, она была? В церкви? Ну, сказала, что в церкви. Она еще собиралась в химчистку заходить. Химчистка? Ну, вполне здравые мысли. Ой, привет. Привет. Напугала ты нас сегодня, Елизавета. Напугала. Мне когда Боря позвонил, я уж подумал, самое время ему скорую вызывать. Да ладно тебе. Давайте лучше ужинать. Брат, пойдемте ужинать. Погодите, с ужином у меня сюрприз. Поздравляю. Мой? Твой. Воронцова Елизавета Михайловна. Я ничего не чувствую. Это как будто какой-то другой человек. Я больше никогда ничего не вспомню. Зачем ты так? Все обойдется. Просто надо немного потерпеть. Я не буду сегодня ужинать. Брат, Брат, прям не знаю, что делать. Мне жаль ее, она каждый день плачет. Паренька, ты же сам только что сказал, что нужно... Нужно потерпеть. Это же твои слова. Сколько времени прошло? Да, надо потерпеть. Я пойду чай сделаю и капли отнесу. Боря! Боря, погоди, я чуть не забыл. Тут вот таблетки. Это мой доктор посоветовал. По две перед сном, только не переборщи и... Ей пузырек не давай, мало ли, что. На. Я поехал. Сними здесь. Мне нужны все нюансы. Все сделано. Давай, давай. Подожди, все дотошненько. Все. Ну, ты все знаешь. Василий, сделаем все в лучшем виде. Молодец, давай, давай. Я стояла на остановке. Подошла эта девушка
Мы решили пройти через парк, потому что долго не было маршрутки. А какое это время было? Я не помню, какое это время было. Позднее время. Надо же. А я говорил, что мы еще встретимся. Простите, могу поговорить? Да, конечно. Прошу, мне нужно задать вам несколько вопросов. Я, конечно, рад, что вам сегодня повезло, но, судя по всему, охота велась именно на вас. И у меня складывается впечатление, что вы знали этого человека. Это не может быть он. Кто он? Мой приятель. Он приходил сегодня денег просить, но я не дала. Имя, фамилия? Игорь Шевцов. Игорь Шевцов. Он приходил в тот день, когда на меня напали. Почему вы сразу не сказали, а? Это не может быть он. Он может напугать, сказать что-то, но не убить. Адрес знаете его? Ракетная, 17. Квартира 35. Но это не он. Вот вы говорите, он приходил вот просить денег, правильно? А девушку, которую сегодня убили, была ограблена. Не он? Ладно. Нам нужно проехать в отделение, чтобы вы подписали кое-какие документы. Сможете? Угу. Поехали. Кстати, у вас курточка порвалась. Поехали, поехали. Простите. Алёна. Нет, я не приеду. Можете аннулировать мой заказ. Привет. Доброе утро. Как спала? Нормально. По-моему, даже снилось какой-то Вике что-то хорошее. Ну и здорово. Скажи, а почему у меня в паспорте нет штампа о нашем браке? Паспорт выдают в паспортном столе, но штамп ставят в ЗАГСе. Все так. Извини меня, пожалуйста. Извини, я обещаю тебе, что с этого дня я перестану мучить тебя подозрениями. Алис. Давай завтракать. Чего, выспалась, партизанка? Выспалась. И слава. Я ее носить уже не буду. Чего? Пару минут работы, и как новая будет. Тебе бы только выбрасывать. В интересах следствия мы не можем разглашать подробности этого страшного преступления. Можем добавить, что это не первый случай нападения в Первомайском лесопарке. Ирочка. Тетя Валя. Девочка моя, что ж ты мне сразу не сказала? Мне сейчас инфаркт будет. Тетя Валечка, вот поэтому и не сказала. Ай, тетя Валечка. Я дура, я куртку дурацкую. Тетя Валя, все хорошо. Только жить-то теперь. Тетя Валя, ну вот у меня все хорошо. Да? Все. Я тебя на работу не пущу. У меня здоровья еще хватит. Будешь дома сидеть, ясно? Не выйдешь отсюда из дому никогда. Все. Ну как не выйдешь? Тетя Валь, ну... А вот так. Ты нам с твоей матерью живая нужна, ясно? Это кто? Я не знаю. Тетя Валь, сиди здесь, я сама. Я сейчас посмотрю.
Зачем вы приехали? Что, мы опять на «вы»? Ир. Пожалуйста, не надо меня трогать. Ир, да я понимаю. Появился, наговорил, наобещал, потом куда-то исчез. У меня была срочная командировка. Я думал, туда-обратно быстро вернусь, но пришлось задержаться. Да я безумно переживал. У меня ведь даже номера телефона твоего нет, чтобы позвонить, предупредить. Возвращаюсь. Здесь такое. То есть ты приехал меня поддержать? Напрасно. Как видишь, у меня все в порядке. Ай, да я вижу. Просто я немного больше знаю о ситуации. Я предлагаю тебе переехать ко мне. К тебе? Сейчас это самое разумное решение. Я все время могу быть рядом. Собака моя в качестве охранника тоже может пригодиться. Я буду забирать тебя с работы, буду отвозить. Как ты себе это представляешь? У меня просторная квартира. Постелю тебе в спальне, сам лягу в гостиной. Ира, тебе грозит реальная опасность. Еще чуть-чуть. А это в честь чего? В честь моей новой жизни. Нужно начинать ее с хорошего. Садись за стол, я рыбу приготовила. Какая ты красивая. И платье тебе очень идет. Извини, я побоялась тебе вчера сказать, что все-таки была в химчистке. А чего ты... Туда ходил? Ну, я нашла квитанцию в кармане. Позвонила, там оказалась химчистка. У них было мое платье. Ты забыл? Ты же сам его сдавал. Что, ты решил, что я сдавал? Приемщица сказала, что муж приносил. Ну да. Действительно приносил я. Пойду... Руки помою. Все в порядке. Ты не беспокойся. Ну как не беспокоиться? Ты ничего не ела? Ну, голова разболелась. Я решила, прилягу, все пройдет. Я таблетки тебе принес. Выпьешь перед сном? Конечно. Ты иди ужинай. Я правда не хочу. Прости меня. За что? И я соврал тебе. А платье в химчистку отнес Олег.
Спокойной ночи.